Всем доброе утро 13 мая. Завтра мой день рождения, но я сегодня иду на практику. Ты будешь праздновать его на входах. Вот такой у меня чудесный завтрак. Мне вообще выходить, я, честно говоря, не знаю, мне типа 3 остановки ехать. Куда? До практики. Я не знаю, может вообще опоздать. Я так не хочу. Я даже не замечу, что у меня нету. Хомочка, Хомка, зачем ты опять проснулась? Я так боюсь, что я холодно, хотя на самом деле я не могла уснуть до 4 примерно. Я встала в 7:20. Потому что мне было ужасно холодно, у нас очень холодно. Я уже как только могла легла, укуталась, еле как уснула. Хомки вот так вот застелили, чтобы мне было холодно, ткань постелила, короче, все, я хочу в туалет. Блин, мне это все надо убирать. Короче, ребята, я уже на практике. Почему я так тебе говорю? Потому что здесь очень много людей. Я вам показала место, в котором я убиралась. Попозже, если получится, посниму, чего в итоге там. Короче, тут уже не взяла. Короче, стоит всю работу, которую им самим не делать, я так понимаю. Посмотрите, что стало с моими ногтями. Это я их еще отмыла. Я приду на вторую работу свою. Цветочную, так сказать. И буду чистить все ногти. Все 10 часов и влог отредактирую. Так и живу, дорогие мои. Хочу домой. Хочу, чтобы день быстрее закончился. Потому что уже завтра у меня день рождения. Я надеюсь, я не работаю на второй работе. На практику я сказала, не приду. Пила чай, конечно. Я не знаю, тут нет стаканов. Типа, это не моё. Микроволновка не работает или работает, я не разобралась. На стойку купила себе чипсы. Кайфую. Вот и закончился мой чудный обед. Дай бог, мне осталось здесь находиться всего 3 часа. Хочу, кстати, сказать всем огромное спасибо, кто мне там писал. Хоть и пару человек, типа, куда я пропала и так далее. Я никому не отвечала, потому что... Честно, у меня пропало желание снимать. Из-за того, что упали просмотры. То, что сильно упали просмотры. Это очень обидно на самом деле. Прикол в том, что ни с того ни с сего. Началось все с того, что у меня не залетела видеораспаковка. У меня вот это чуть-чуть подбило. А потом вообще просмотры настолько сильно просели. Ну, вообще 300 просмотров. Это вообще, это что? Я 3 года снимаю на 300 просмотров. Вообще, короче, обидно. Но сейчас я собралась силами, отдохнула. И... заново начинаю нарабатывать это все. Так вот, у нас тут цветочек. Я не знаю, где мое начальство. Типа я сижу и жду. Они вообще придут. Что очень интересно узнать под конец практики, они как-то дадут нам оценку моему преподавателю или нет, потому что мы спросили, проект будешь делать? Такая, нет. А, мне спросили, есть ли желание делать проект? Я говорю, нет. Потом говорю, у меня вообще нету желания ничего делать. Ну а что, зачем мне врать? Зачем мне сидеть, заниматься тем, что мне неинтересно? Я вышла, как и планировала, в 5. Оказывается, нужно было просто открыть рот и сказать. Я прям так сказала. Я не знала, к кому обращаться, потому что у меня то один, то второй, блин, что-то просит сделать весь день. Мужчина. Я говорю, что, может, пойду я уже? Не на следующую работу. Он, конечно, не понял, наверное, прикола, типа, может, пошутила я. Нет, это не шутка, это моя жизнь. Там рабочий офис, кстати, находится. Мы в среду, говорю, короче, за зарплату с Ангелиной сходим сами. Наконец-то, хоть раз в жизни. Честно, эта работа мне больше нравится, потому что я тупо сижу на мягком стульчике. Ну и что-то там делаю. А меня отблагодарить не могут. Спасибо, да спасибо за то, что я убралась в том кабинете, который вам показывала. Ну, пожалуйста, я люблю типа чистоту и буду зло сама, так сказать. Потому что я все хорошенько там убрала. Я уже иду на работу. Встретилась после практики с Никитой на пару, ну, на 20, наверное. Вещали, мне плохо прилетело. Короче, я иду на работу. Уже настроения нету, как можно заметить.
Так, все, вроде все забрали, да? Все выключили, можем идти домой. Ребят, это я себе дарю на день рождения. Ура, спасибо. Кстати, я спилила ногти, длину. Как по мне, намного лучше. Я надеюсь, не собьют. А то уже цветок есть, если что. Как по мне, намного лучше. Человечнее смотрится, нет? Нет, что-то сбили. В общем, бегом. Думаю, каким покрыть. И наконец-то иду спать. То, насколько мне холодно. Я в лосинах, в штанах, в майке, в футболке. И еще и кофточку такую сверху нацепили. Хомку я тоже по полной утеплила. Осталось сапоги купить, я думаю, хомячие. Но он такой тепленький. Я сейчас бегом кушаю чуть-чуть перекус. Лошары чек. И потом быстро сажусь за ногти. Как-то так. О, да, 14:00. Смотрите, там уже салют для меня пускают. Ну, будем надеяться, что для меня. Блин, не видно, но слышно. Всем доброе утро, 14 мая. Я вчера делала ногти. Кстати, достаточно быстро. В час вроде уже закончила. Планировала, потому что часов 3. И сейчас уже 12:30. Такие ногти у меня вышли. Не знаю, мне все равно не нравится. Мне ничего не нравится. Я хочу обучиться на, может, курс сам себе. Мастер маникюра, как это называется профессия. Не знаю. Сегодня на улице холодно. Честно, вообще никакого праздничного настроения. Обычный день. Меня поздравило мало людей, но поздравили самые близкие, там, любимые и так далее. С каждым годом все меньше и меньше людей остается со мной. Я потихоньку встаю. У нас, кстати, вчера отключили горячую воду. Всю жизнь в мой день рождения нету горячей воды. По факту у меня чистая голова, так что я не буду мыть ее, а просто завьюсь, выпрямлюсь, не знаю. И вечером уже, наверное, пойдем с Никитой посидим, отметим. Праздничный завтрак именинникам. Ладно, у меня еще такое пирожное и чай. Так грустно, что внутри нет ощущения праздника, это просто капец. Обычный день, даже на работу готова почти. Зато есть цветочек. Итак, уже 2. Я сейчас буду купаться. Приведу лицо свое в порядок. Брови выщипу. И потом уже потихоньку начну собираться, краситься и выходить. Короче, все, я уже оделась, накрасилась. Я, естественно, ничего не сняла. Выхожу. Боюсь, замерзну. Ну ладно, что ж теперь. Вообще, блин, ужасная погода. Я вот так платье хоть в какой-то веке надела, хоть праздник, да? Ну ладно. Пойдет и так. Ребята, тут мои любимые цветы. Ко мне пришел Никита с сюрпризом. Не в 0:00, конечно, но тоже хорошо. И подарить. Ну, а давайте потом покажу. Короче, цветочки у меня такие. Это я ему, конечно, все уши уже прожужжала, что это мой любимый вид розы. Единственная пиона видная. Короче, Никит мне подарил духи, о которых я мечтала, сколько, 3 года, что ли. Прикол в том, что, ну нет, честно говоря, я бы, естественно, их себе не купила. Я планировала покупать их себе лет через 10 только. Потом. А пока заказала на Wildberries. Короче, дома все покажу. Мы хотели в 5 пойти, но в итоге надо мной сделали пранк и заказали, забронировали на 6. А я еще торопилась. Все, мы поехали. Итак, первый пошел у нас мартини. Не спрашивайте, почему 3. У нас 2, но мартини 3. Типа, я
прилично, потому что... Ням-ням, у нас первый — это салатик. Попробуем, просто какой-то мясной салатик с мазиком и это картофель фри. Мне кажется, я в жизни вообще такое пробовала, ну да ладно. Короче, ребят, я совсем забыла, мы уже едим, я уже поела. Ну, я еще не доела. Короче, забыла вам заснять. И в итоге мне опять принесли вафлю с мороженым. Сейчас я ее очень хочу. В тот раз я не хотела, помнишь? Ты пока что съешь. И шампанское нам сказали с собой или здесь. Ну, нам стыдно стало, что с собой пока что отвечать. Сказали, мы подумаем. И принесли кисадилью. Что, мы пошли отдыхать? Он икает, короче. Ну, жалко, на самом деле. Вы знаете, что я сама часто икаю во время, ну, типа, принятия алкоголя, как это сказать. Нет. Когда пью алкоголь, я тогда икаю. Неважно. Один глоточек, ну, ладно. Короче, больно, когда я пью, я икаю. Мы, кстати, с собой забрали шампанское. Ой, это революция, да? По всей Уфе какие-то разгромы. А? По всей Уфе разгром какой-то. Не, здесь-то это делать будет. Улица типа Арбата. Блин, не заснула. Ну, типа здесь, видишь, вот здание тоже. Вот. Старенькие. Ах ты ж, блин. Я вот только не знаю. Будут ли продолжать вот туда? Потому что видишь, там, короче, все здания, вот реально все, они все заброшены. Вот вся, вот просто улица, она просто заброшена. Ага. Типа, и там тоже все вот как-то перерыто. Вот непонятно, будут ли там что-то делать. Здесь точно будет. Это национальный музей остановка? Я не понимаю. Это же там мой универ, или что? А, я поняла, все. Вон там, все, я что-то не поняла, думаю, как тут могли все так быстро разрушить? Не было. Кстати, да, там твой универ. Да, только он, остановка нет, я думала, это национальный. Это Октябрьская революция. Советская площадь, но там нет, там. Мы сейчас идем ко мне домой, чуть-чуть посидим, час-два, и Никита поедет, к сожалению, к величайшему сожалению. Сзади будет такой звук. Доброе утро всем, друзья! Мы встретились с Ангелиной, идем на практику. Мне коробок какой-то дали на день рождения. Блин, как же это обратно нести? Сейчас придем, успокоим. Блин, чуть не задавили. Ну что, а что нам убирать там, пожалуйста? Не знаю, он сказал, надо на улице что-то убрать. Какой именно? Именно наш директор? Честно, я не помню, кто. Она здесь не работает? Я тоже не поняла. Но она... Может, она тоже практикантка? Нет. А почему она нами командует? Не знаю. Мы открываем подарок. Мы вам подарим задание, но вам надо открыть подарок. Первый — это перчатки. А что ты их не убрала? Там был пирог, что-то яблочный. Это мне? Угу. А, я думала, ты сюда пришла. Нет. Спасибо. А я думала, ты мне знаешь, как я тебя видела? Да, там 30 штук, и он... А вот магните видео, так сказать. За 250. Это все мне? Да. Ты что, совсем за тем это все обучаю? Или ключи. Ты здесь? Да, вид, конечно, не впечатляет. А у
кого мне отпрашиваться, что будет? У него? Сейчас карту сломаю, буду вообще. Что там такое? Ты не сказала, что тебе нужно, поэтому я решила сама. То, что было, надо заказали. Ну, вообще, Ангелина как бы чай просила. Да. Да? Чё ты сказала? Посуда? А, нет. Ага. Ну, посылка какая-то. А я не вижу. Мне же коробка не нужна. Нет. А как я потом контейнер унесу? У тебя есть какой-нибудь маленький этот пакет? Нет, вообще пакет. Я, кстати, даже не открывала. Да, это так уже пришло. Угу. А что там написано? От всей души. Спасибо. Там еще хомяк. Вау, я видела такой. Да? Кстати, вот это я хотела. У тебя нет ее, что ли? Mm-hmm. Я думаю, у тебя есть такие. Мне кажется, ей, конечно, неудобно. Я не понимаю, как ее цепляет. Такая у меня повязанность. Так сейчас пойдешь. Так, что такое? Скраб. Это с чем? Авокадо? Скраба. У меня нет. Ну-ка, я понюхаю. Mm-hmm. Как? Лепота. Mm-hmm. Прикольно. Бомба. Горящий шар для ванны. Пачи. Кремушек. Масочка. Ой, у тебя есть такое? Я подумала, что тебе это надо для твоих. Прикольно, вот этим я давно уже хотела воспользоваться. А это что такое? Честно, я не помню. Маска, наверное. Маски, наверное, да, я тоже такое что-то заказывала кому-то. Две штуки, ну где-то. Такие вот маленькие коробочки молока. Спасибо. Большое спасибо. Нужны пачки. У меня просто дома, знаешь, сколько этих пачек. А чё, Аша? Работа кипит у нас. Мы собираем листву, ребят. Я уже вся взмокла. Нам ещё вот столько кучу брать. Ребятки, у нас перерывчик, чаепитие. Мы с утра ничего не ели. Пришли тут на кухню полакомиться. Смотрите, сколько нам добра дают. У нас чай свой. Просто это уже жрет чужое. Своего сколько я принесла, чужое надо. Мы пошли пить. Это мне. Ну, может, тебе не без разницы. Все со мной рядом. А что? Чтобы я тебе это подавала? Вот, как ты еще подавишь? Любимые тыквенные семечки, Ангелина. А если он позавчерашний? Следующая наша работа. Мы перебираем документы на макулатуру и файл. Количество, которое нам нужно сделать. Ну, естественно, не за сегодня. Вот такое. Два огромных стеллажа. Мы приехали. Пришли за запашкой. Всю зарплату забрать и обратно кушать. Магазин, видишь, тут магазин. Люди нам не отдали сейчас зарплату. Нас прогнали, как будто мы вообще не работаем в этой сети. Вот. Так что мы идем пойти поесть. Потом в два за зарплатой сбегаем. Потому что тут реально офис через дорогу наш. У нас уже обед. А на обед курники. Ну и шарлотка. Мы очень хотим вот это, но это не наше, мы уж не будем наглеть.
Ты хотела поесть? Да. А сколько там? Да я знаю. Там а уже? Да. Где-то ближе меня не видно. Смотрите, какой тут красивый. Пёсик, мёсик, бёсик. У нас силы все меньше и меньше сил. Мы дубль 2 идем опять за зарплату. Мы хотели незаметно слинять, но у нас не получилось. Ну, типа без предупреждения. Ну, там другого человека предупредили. Вот. Время 4. Мы забрали наши зарплаты и вернулись сюда. Че, вот чай будете? Ой, не. Не, спасибо. Мы вышли с практики. Ура. Отработали на практике всего 3 дня. Я сейчас куплю себе шаурму. Буду есть спокойно, потому что там 2 человека. И начну работать. А ты что будешь есть? Я не знаю. Пельмени. А, точно, у меня пельмени. Я, наверное, вечером все сварю дома пельмени. После работы поем. Я, кстати, вам не показала уже, что мне ты в итоге потерял. Чем я вчера была так до безумия рада. Короче, рассказываю, кто помнит. С Валберс я заказывала духи. Сан Лоран Каблан копия, реплика. Вот они. Извиняюсь. Вот моя нереальная копия. По факту чуть-чуть похоже, но не то. И да-да-да-да. Что мне подарили? Сказать, что я была счастлива вообще... Ой. Вообще ничего не сказать. Это просто самый прекраснейший аромат, который только я либо чувствовала в своей жизни. Так что я и хотела 3 года, я планировала их себе покупать. Но чуть-чуть по-другому все получилось. В общем, я очень счастлива, рада. Также у меня здесь такая открыточка, не буду уж вам показывать там такие личные фотографии. Этот день закончился, я, конечно же, очень устала. Тут что такое? Что, мне помаду подарили? Непонятно, но ладно. Спасибо всем огромное за просмотр этого влога. Всем спасибо большое за поздравления. Очень мне приятно.